В Омском городском совете 16-17 ноября прошел первый форум молодых парламентариев «Будущее за нами». Мероприятие, организованное Молодежным общественным советом при Омском горсовете, совместно с региональным Минспортом собрало 100 участников. Помимо инициативной молодежи Омска, на форум приехали парламентарии Сибирского федерального округа, представители Кемеровской, Курганской и Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также республик Бурятия и Тыва. Инициатором форума молодых парламентариев стал председатель Молодежного общественного совета Андрей Бем. В июле этого года он отправился на ритм, защитил свой проект и выиграл грант на его реализацию. Сама идея у нас возникла из-за того, что когда мы стали членами Молодежного общественного совета при Омском городском совете, нас заинтересовал опыт других регионов. Но не так просто на расстоянии знакомиться с опытом ребят, которые проживают в Сибирском федеральном округе, как это можно сделать лично. Мы очень нуждаемся сейчас в их видении ситуации молодежного парламентаризма, в их видении социальных проектов каких-то. Мы хотим узнать их опыт. Центральными вопросами на форуме стали роль наставничества, заимствование международного опыта, создание единой стратегии в построении молодежного парламентаризма Сибири. Региональные делегаты приехали со своими идеями о том, как эта стратегия должна выглядеть. Если нас что-то не устраивает, то мы должны не просто говорить о том, что это не так, а пытаться принести какие-то свои изменения в силу своих, наверное, амбиций, в силу своего подросткового максимализма. Мы сейчас как раз-таки находимся в самом благоприятном моменте жизни для того, чтобы вершить какие-то вот полезные обществу дела. Большая ответственность лежит на парламентском движении молодежном, поскольку мы можем вот донести те проблемы, те потребности, которые есть для наших старших коллег, и вместе с ними уже создать какие-то площадки, на которых молодежь сможет себя реализовывать и не уедет из Омской области. Успех любого ритмовского проекта в его уникальности, пользе для общества и региона. Идея Андрея Бема привлечь парламентариев со всего Сибирского федерального округа нашла отклик как среди молодежи, так и среди представителей всех уровней власти. Городская власть, которая сегодня здесь принимает, она предоставила свои самые заветные аудитории, где принимаются законы, по сути дела. И то, что в этих помещениях сидят молодые, будущие, я уверен, парламентарии, я думаю, это дорогого стоит. Поэтому давайте в большей степени обращать на то, что мы на них рассчитываем, мы в них уверены и мы на них надеемся. Проведенный в нашем городе форум молодых парламентариев «Будущее за нами» доказывает, что в Омске можно реализовать проекты любого уровня. Главное – желание и команда.